Настой из цветков ялка душистая, как вот видите, красивый такой цвет сиреневый, показан в качестве противовоспалительного, обезболивающего, успокоительного средства при таких симптомах, как воспаление легких, судороги, шум в ушах, головокружение, ослабление памяти. А вот эта настойка, сделанная из листьев, цветков и корней, очень хорошо помогает, у кого обильное слезоточение глаз. Очень хорошо помогает теплая Вот примочка. она, фиалочка душистая, лезет из-под травы. Такие нежные, конечно, цветочки. Красота Собрать прям. цветочков вот таких 200 штук. Коробочка у них, вот эта вот коробочка, здесь зарождается семена, которые потом муравьи разносят, и потом они везде распространяются. И на полях, и на лугах, и возле домов. Бесподобно пахнут. А листики вот эти вот пахнут на высоту. Будем дома готовить из него отвары и будем пить чай. Берем 200 цветочков фиалки душистой, промываем ее и немножко просушиваем. Я буду этот настой пить от простудных заболеваний в прикуску с медом. Значит, мы налили второй раз фиалку. Она уже вот такая вот бледненькая, как видите. Процеживаем. Вот такой вот фиолетовый, получается бледно-фиолетовый настой. Вот это будет мы применять при простудных заболеваниях. Вытащили мы из микроволновки вот такой настой у нас получается, вот как видите, вот такой. Вот этим настоем, у кого слезоточивость глаз, очень хорошо помогает. Обязательно нужно с корневищами, с листиками, с цветочками в микроволновке. Вот буквально 5 минут, и вот такой настой получается. Процедить он сейчас пока немножко постоит, потом я процежу его, и будет мой супруг промывать глаза.